появляется в семье, в традиционных религиозных и нравственных устоях, которых они приняты придерживаться, и именно средний класс формирует государство. В его отсутствие власти захватывают транснациональные корпорации, транснациональные группы олигархов. Они приходят на смену состояния власти, которую надо. Что сделали криминализировать? Что они сделали в первую очередь? Они стали криминализировать среду социальную в таких благополучных странах, как Ливия и Сирия. Ну, давайте приведем простой пример. Что было в Ливии? 2,5% мужского пола. Средний возраст 74 года населения. Это Африка. Это страна развивающаяся. У нас еще в России 74 лет нет среднего возраста. Это еще задача, которую нам предстоит достичь. А как это было? Это медицина, это снабжение водой, это бесплатная раздача хлеба была, это бесплатная раздача квартир, практически как при социализме. И вдруг все это кануло, вдруг появились из Ливии, кто долго держится, а территория сейчас представляет сложную ситуацию сложного хаоса. Это первый вариант. Второй вариант то же самое в Сирии, когда, в принципе, достаточно благополучная процветающая страна была. И тут возникает гражданская война. Естественно, без внешних денег, без внешнего финансирования, никакой гражданской войны там никогда бы не было. Она просто не могла состояться. Теперь посмотрим, а кто же вот эти вот держатся в Европе, которая самая основная проблема сейчас возникает. Их же уже насчитали 1 800 000 только за один год, а это вот пик пришелся на 2013 год. Эти беженцы достаточно организованно ходили колоннами по европейским странам, направляясь четко в Германию, направляясь четко во Францию. Они шли как бы двумя рукавами, один поток из Сирии, второй поток из Ливии и других африканских стран. Направлялись в Италию, ну, больше всего их интересовало Германия, там, естественно, было лучшие условия, там, платят пособие. Значит, соответственно, это более привлекательная цель. Никто, вы знаете, как бывает тяжело получить шенгенскую визу запорядоченным гражданам из России, а туда без всяких виз приезжали те, которые, в общем-то, даже сам не мог происхождения. Вот этот поток беженцев, мало того, что они были организованы, так они еще не платили, как выясняется, за свое бегство. Это стоило перевозка в Европу от 4 до 10 тысяч долларов или евро, это в зависимости от того, кто брал эти деньги. Скажите, многие ли здесь даже присутствующие, достаточно благополучные состояния люди, готовы одномоментно отдать вот такую сумму, все бросив здесь, и переехать жить в Европу непонятно на каких условиях. Это значит, люди были состоятельны, это первый опыт. Кто туда ехал? Врачи, учителя, инженеры. Там они стали таковыми врачами, инженерами, учителями. Ничего подобного. Они были люминизированы. Теперь их не адаптируют западное общество. Их оно отвергает. Они повышаются уровень преступности. В Германии на 42% вырос за один год уровень преступности. После миграционного волны, оказавшегося там. Такая же ситуация в других странах. Полиция, которая раньше действовала западноевропейская, достаточно жестко, не обращает на это внимания. То же самое я наблюдал, например, в Бельгии, когда навел я, так сказать, проявление неуважения к закону, не обращая вообще никакого внимания. На более крупные говорят, ну да, вот что там не так. Выпиющий случай был, когда в Австрии, например, в душевой бассейн общественного один из эмигрантов изнасиловал мальчика, и потом сказали, ну, вы знаете, ну так вот вышло, ну он долго живет здесь без женщины, вот ну надо было. В результате его как бы отпустили, сказали, ну ладно, мы его простим на первый раз. Это все те случаи, которые происходят там. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы расслабить общество, постепенно снизвести вот тот бюргерский средний класс, немецкий, французский, бельгийский, датский, норвежский, до состояния
любят, но которые не будут самостоятельно, не будут в состоянии противостоять этой волне насилия. А перед этим шла другая спланированная волна, на нее мало кто обращал внимание. Ну давайте вспомним хотя бы, что творилось с образованием западноевропейским, там самым, которому все стремятся, говорят, что это элитное образование, нужно его получать. Оно же серьезное его качество в массовом масштабе ухудшилось. Но элитарное оно остается элитарным. А вот то, что не элитарное, а то, что было для всех, это действительно сплошная деградация. Что стало с семьей? Вы прекрасно знаете, как в западных странах начинается проповедование того, что мы отрицаем, во-первых, христианские ценности, мы уже католическую церковь не признаем, она довольно либеральная была, протестантские нормы не признают, хотя они тоже довольно либеральные в этом плане. Протестанты первыми, например, разрешили богослужение женщинам проводить. Сейчас уже католики это готовы делать и так далее, но это полбеды. Другое дело, теперь они, понимаете, венчают однополые братья, но они противоестественны, потому что это противоречит вообще физиологии самого человека. Для чего это делается? Это делается только ради того, чтобы подорвать, опять-таки, вот этот существующий средний класс, потому что это та самая олигархическая элита, она не подвержена этим тенденциям. Она сохраняет то, что ей нужно, и то, что ей выгодно. Следующий момент – это, вы помните, как начала вводиться ювенальная полиция. Вы слишком сильно любите своего ребенка, отдайте его из семьи. Вы слишком мало любите своего ребенка, тоже отдайте из семьи. Кто определяет эти критерии любви, непонятно. Но детей из семьи забирают, они исчезают в недрах других семей. Как с ними там обращаются, никто не может контролировать. Туда вход вот этой ювенальной полиции заключен. Но зато в настоящую семью, где воспитывается ребенок, пожалуйста, вы можете зайти в любой момент проверить. Ребенок в школе, пожалуйста, что его дала затрещина мама, его, так сказать, ударил ремнем папу, не дай бог. Все его забирают из семьи, это жестокость, проявление ребенка считает его в семье, а там с ним происходит все, что и уже не, кто там и как его воспитывает, неизвестно. Очень часто были случаи, когда отдают семьи однополые, это либо лесбиянки, либо мужчин соответствующей ориентации, вот это вот идет разрушение по основным направлениям. Значит, следующий момент. Остается очень довольно опасная ситуация. Вот вы спросите меня, на что было бы нужно обращаться следующий раз? Я вам скажу на что. На Турцию. Причем потому что там 3 миллиона беженцев. А это другое, несмотря на то, что турецкий культурный уровень, но другое, социум. Это те беженцы, которые не признают местных условий культуры, которые могут действовать совершенно хаотично и взорвать ситуацию в Турции, вы уже знаете, что надо как-то пытались. Те явления, те перевороты, попытки, которые предпринимались, мы все были свидетелями. Это все звенья одной цепи. Вот перед вами стоит блокчейн. Что это такое? Это новая валюта. Это новая валюта, которая будет создаваться. Доллар не выдерживает конкуренции 20 триллионов долларов. Что дальше? Замена криптовалютами должна произойти. Обрушить и сказать, что мы никому ничего не должны. Вот это вот тонны резаной бумаги, они будут тоннами резаной бумаги. Это еще одна тенденция. После этого возникает некая группа, которая начинает управлять уже ситуацией во многих странах. Вы обратите внимание на такой момент. Вот я вам говорю про ближневосточный кризис, потому что мы говорим о взаимодействии русско-тюркского мира. Мы придерживаемся здесь всех собравшихся традиционных ценностей, и мы противостоим этому давлению вот здесь на нашем континенте. Но то же самое происходит в Соединенных Штатах. Вы думаете, это случайность, когда 7 тысяч организованных латиноамериканцев, неинтегрированных, так сказать, в культурные и правовые ценности американского общества, движутся колонны в сторону США. Там тоже самое, планируют для собственных Соединенных Штатов, они планируют точно такой же сценарий, который запланирован для Западной Европы. Это разрушение государства как такового, возникновение другой формы управления обществом, его приведение в состояние полной покорности,
и установлении иных денежно-кредитных, социальных и других законов функционирования, обмена религиозных ценностей, обмена всего, что было раньше. Вы знаете, эта традиция, она имеет исторические корни, потому что, например, если приходили исламские проповедники в страны чужеземные, то они сохраняли уважение к тем культурным ценностям, которые оставались на этих территориях. То же самое можно сказать про русскую православную церковь. Вы знаете, что между русской православной церковью и исламом не было противоречий. Даже в Средневековье был указ о том, что за хулу на русскую православную церковь, что грозило тому, кто ее проводил, смертная казнь. Это была история, это было так. Но были так называемые, которых приняты именовать латинцы, это католики. Это католическая церковь, она не признавала никаких культурных ценностей, она вела только войну на полное уничтожение. То же самое творил у нас на территории России Ливонский орден. Полное уничтожение всех и всех. Ни признание никого, полное подчинение. Это то, вот идеи, которые были заложены в поглощении других народов, которые проводились. Колониальная политика – это тоже изобретение, не наше, то изобретение Запада. Когда приходили колонизаторы, они либо уничтожали тот народ, как это было в Северной Америке, как это было в странах Африки, как это было в Азии, либо начинали его, если это было невозможно, сделать подчинять своему мнению. Сейчас это происходит на новом этапе. Просто надо посмотреть на эту проблему несколько шире. Именно как перестроили новое мироустройство, в котором прежние механизмы воздействия и прежние военные силы действовать уже не будет так. Значит, надо действовать с другой точки зрения, менять. Все менять. Социальное условие менять, финансовое условие менять, общественное устройство. Ну, здесь у меня есть некоторые данные, но я не буду больше, наверное, утомлять ваше внимание. В принципе, я скажу, что всегда надо рассматривать весь комплекс вопросов для того, чтобы принять верные решения. И мы не настолько глупы, чтобы не могли противодействовать этим тенденциям, тем более, что это все касается, прежде всего, и нас, нашей семьи. Спасибо за внимание.